Растет у нас и товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Он за 3 года вырос в 3,5 раза. И сейчас вот за 2021 год составил 4,5 миллиарда рублей. Сейчас 2022 год мы уже отчетливо видим, что это будет 6 миллиардов. Хорошо пошли продукты питания белорусские, вышли на 1 миллиард. И сейчас выходим в 2022 году на 2 миллиарда. Это в 16 раз за 3 года при Приморчане распробовали белорусскую продукцию. Ну и в этом году у нас уже за 10 месяцев мы где-то порядка 109 единиц техники, в том числе 21 БелАЗ 130-тонный. Сейчас вместе работаем с предприятием белорусским по созданию сервисного центра продажного по поставке техники, о чем вы говорили, ставили задачу, мы об этом просили. Вот, порядка 40 единиц различной техники будет представлено на площадке, что даст возможность уже на месте смотреть, выбирать, обслуживать его гарантированно.